Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня 22 мая 2022 год, и мы продолжаем наше исследование книги Откровения, которая, во-первых, говорит нам, что мы живем в последнее время, во-вторых, она побуждает нас бодрствовать и молиться, ожидать блаженного упования, когда состоится явление Господа Иисуса Христа за святыми для того, чтобы забрать нас в небесные обители. И в-третьих, без чего невозможно ни бодрствование, ни молитва, без чего является бессмысленным ожиданием пришествия нашего Господа, и вся христианская жизнь, и также рассуждение о событиях последнего времени – это та истина, о которой возвещает книга Откровения, которая является основанием нашей веры, основанием нашего спасения, которая возвещает нам, что мы искуплены от этой суетной жизни, от греха, от власти дьявола, от этого мира, искуплены для Царства Божьего, для нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, что через смерть Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, мы имеем прощение грехов по богатству благодати Его. Мы ничего для этого не сделали, чтобы оказаться в небесных обителях. Все сделал Господь Иисус на Голгофском кресте. Одним единократным приношением Иисус Христос решил вопрос нашего нахождения в вечности. На основании Его пролитой крови мы будем в небесных обителях. Мы уже имеем эту вечную жизнь в Духе Святом, который есть залог наследия нашего, которое хранится на небесах и откроется в последнее время. Мы с вами продолжаем разбирать первые два стиха. Мы уже на эти два стиха 6 главы книги Откровения потратили 3 проповеди. И эти два стиха, они говорят о самом первом признаке, который происходит относительно ожидания пришествия Господа, на который стоит обратить внимание после того, когда Господь совершил то служение, которое касалось Его первого пришествия. После того, когда Господь все совершил, мы живем нашей христианской жизнью, и наша задача увидеть в событиях, которые происходят в мире, те знаки, те указатели, которые говорят о том, что Господь грядет. На первой проповеди мы обращали внимание, что первые два стиха, которые говорят о снятии первой печати, открывают нам 3 действующих лиц. Первое действующее лицо – это Агнец. Второе действующее лицо – это одно из 4 животных, видом которое было похоже на льва. И третье действующее лицо – это всадник на белом коне. Мы говорили с вами о том, что слово «агнец», оно как раз-таки и дает то, что необходимо каждому христианину, каждому верующему в Господа Иисуса Христа для того, чтобы он был в той церкви, о которой можно сказать полноценная церковь, которая исповедует истину об искупительной жертве нашего Господа. Потому что именно в исповедании того, что Иисус Христос умер за наши грехи, как сегодня уже Господь говорил, мы имеем силу для того, чтобы жить праведно, угодно и для того, чтобы противостоять злу. Мы говорили с вами о том, что одно из 4 животных – это серафим шестикрылый, который внешне похож на льва, отражает одно из качеств Иисуса Христа – это то, что Христос есть Царь. И здесь показано вхождение в Его Царство. Когда мы говорим такие понятия, как спасение, как жизнь вечная, как Царство Божие, это слова, которые одинаковы по смыслу. Невозможно иметь прощение грехов и быть спасенным, и в то же время сомневаться в том, что мы имеем вечную жизнь. Точно так же, как невозможно, имея и то, и другое, сомневаться в том, что мы являемся Царством Божьим, что мы жители этого Царства, потому что никто не может войти в это Царство, если не родиться свыше. А рождение свыше происходит на основании опять принятия той истины, которая открывает нам смысловое значение искупительной жертвы нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Третье действующее лицо, к которому мы подошли, это всадник на белом коне. Мы о нем начали говорить со второй проповеди. Во второй проповеди я дал понимание, что всадник на белом коне – это первый признак последнего времени, о котором говорил Иисус Христос. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это дух обольщения, о котором пишет Иоанн, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Это дух обольщения, который выдает себя за Духа Божьего. На третьей проповеди мы подробно рассмотрели, как дух обольщения действует, начиная от лжехристов, заканчивая обычными рядовыми лжебратьями. Сегодня же мы поговорим о стрелах обольстителя и как этим стрелам мы можем противостоять. Как мы можем противостоять именно в духовной войне, в духовном сражении, как говорит апостол Павел, что наша война, наша битва, наша брань не против плоти и крови, не против людей, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесья. И апостол Павел в 6 главе говорит о том, чтобы мы облеклись во все оружие, начиная от головы, от шлема спасения, заканчивая ногами, готовыми благовествовать мир, благовествовать истину Евангелия. В детстве, когда мы любили играть с детьми, мы часто устраивали игры в рыцарей. И мы делали из картона доспехи, которые внешне на сегодняшний день, ну, только внешне походят на рыцарские одежды. Но если на сегодняшний день, вот я нашел в интернете такую картинку, воин выйдет на сражение в таком виде, то он потерпит однозначное поражение. Так вот, сегодня, когда многие братья и сестры рассуждают о всеоружии, о котором говорит апостол Павел в послании Ефесянам, о шлеме спасения, о щите веры, о слове Божьем, которое есть меч, о праведности, если во всем этом не показать Господа Иисуса Христа, силу благодати, силу Его пролитой крови, даже если мы говорим просто о вере в Бога, даже если мы говорим о праведности, подразумевая добрые дела, праведность как кольчуга, даже если мы говорим о щите веры, упоминая веру в Бога, но во всем этом мы не говорим о Христе, говоря о Слове Божьем, мы говорим какие-то абстрактные вещи, которые связаны с повелениями и запретами, но ничего не говорим о Слове Божьем, которое открывает нам силу крови Господа Иисуса Христа, которая дает нам действительно вооружиться не так, а вот таким вот образом, как настоящий воин, который может противостоять в день злой раскаленным стрелам лукавого. Потому что именно когда мы укрепляемся силой и могуществом Иисуса Христа, то во всех аспектах, и в шлеме спасения, и в броне праведности, и в щите веры, и в мече, мы видим истину Евангелия, истину о спасении, которое Бог совершил через Господа Иисуса Христа. Но сатана заинтересован в том, чтобы мы были вот такими вот воинами. Однажды в христианской среде кто-то запустил такую идею, которую подхватили многие авторитетные проповедники, ее из года в год повторяли, ее до сих пор дублируют рядовые члены церкви, не задумываясь над тем, что именно эта идея именно делает христианина именно вот таким. Не таким, который может противостоять в день злой, как вот этот воин, а именно таковы. Суть этой идеи заключается в том, что люди, которые имеют дело с подлинными деньгами, им не показывают фальшивые деньги. И когда люди, которые имеют дело только, которые делают деньги, имеют дело только с подлинными деньгами, и когда им попадается фальшивка, они тут же ее распознают. Я совсем недавно услышал
Другой факт этой истории, что, оказывается, показывают людям фальшивые деньги и вводят их по музеям, и говорят, вот такой вид подделки есть, вот такой вид подделки. Варианты есть. Вы знаете, я не могу ни доказать, ни опровергнуть ни одно, ни другое. Но я знаю точно одно, что сам по себе этот пример не является истинным. И мало того, что он делает христианина уязвимым, он еще вступает в конфликт, в противоречие с тем, чему учили апостолы. Если сказать так, что христианину нужна только истина, и ничего не нужно говорить о вариантах лжи, которые бывают, это говорит о том, что человека просто-навсего вводят в заблуждение. Вот для примера давайте посмотрим первое послание Тимофею, 4 главу, с 1 по 4 стих. Апостол Павел, он говорит о признаке последнего времени, о котором мы с вами рассуждаем, которое соответствует 6 главе книги Откровения, 1 двум стихам. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». А вот, пожалуйста, вам два примера лжи, которые упоминает апостол Павел. Первое. Запрещающих вступать в брак, это же целое учение. И второе. Употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Поэтому мы видим, что в данном случае два вот этих вот примера показывают несостоятельность этой идеи, которые на сегодняшний день, к сожалению, продолжают кормить верующих. Итак, апостол Павел, он говорит нам, что по свидетельству Духа Святого в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Эта идея была как актуальна во времена написания этого послания апостолом Павлом, так и актуальна в наши дни, потому что действие духа обольщения, оно будет продолжаться до самого второго пришествия Господа Иисуса Христа. В разных вариантах ересей, лжеучений, обольщений, заблуждений, пагубных ересей, которые направлены только на одно, чтобы упразднить истину о Христе распятом. Эту же мысль говорит Иисус Христос в беседе на горе Елеонской, Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 4. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Кстати, когда Иисус Христос начал говорить о последнем времени, то вопрос, который задавали ему ученики, когда ты придешь, как нам узнать, то он дал целую картину событий последнего времени. И самое первое, с чего он начал говорить, это говорить: «Сидите и берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», как первый признак последнего времени. Эту же мысль подтверждает и апостол Иоанн в своем послании, первое послание, вторая глава, стих 18. «Дети, последнее время, и теперь появилось много антихристов». И ту же мысль, которую говорит апостол Павел, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольщением и учением бесовским. Слова Иисуса Христа: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», и слова апостола Иоанна: «Последнее время», мы узнаем из того, что появилось много антихристов, соответствует той идее, о которой мы читаем в 6 главе книги Откровения, 1 и 2 стихи. Когда Агнец, Иисус Христос, снял первую из семи печатей, то появляется всадник на белом коне. Причина, по которой Бог допускает действие заблуждения, это потому что люди отвергают Евангелие. Люди отвергают Божью любовь, люди отвергают и попирают истину неправдою. И здесь открывается гнев Божий с неба. Данная картина, она представляет весь план последнего времени.
В левом углу, вот эта вот часть, которую я выделяю, это Ветхий Завет. Вот это вот земная жизнь Господа Иисуса Христа, конец Ветхого Завета, когда Он пришел для того, чтобы осуществить служение. Крест – это Его смерть, погребение, воскресение, вознесение, вознесся, воссел одесную Отца и послал Духа Святого. Как только Иисус Христос совершил Божий замысел относительно спасения всего человечества, Он берет у сидящего на престоле книгу и снимает печати одну за другой. Первые печати отражают частично Божий гнев, и семь печатей охватывают век Церкви. Трубы, которые также отражают гнев Божий, будут охватывать первую половину семи ключевых лет. Когда люди доживут до вот этих вот семи ключевых лет, то люди, они будут знать, что они точно застанут второе пришествие Господа Иисуса Христа. И чаши, которые ближе к концу, они откроют всю полноту Божьего гнева, потому что ими закончится вся ярость Божия и состоится уже пришествие Господа Иисуса Христа со святыми. И затем будет суд, суд над народными, тысячелетнее царство и суд перед Великим Белым Престолом. Господь Иисус Христос, Он сперва приходит за церковью, а затем приходит вместе с церковью для того, чтобы судить этот мир. Так вот, нам очень важно научиться пользоваться тем потенциалом Божьей благодати, Божьей силы для того, чтобы противостоять козням дьявольским в день злой. Для того, чтобы мы могли распознать, во-первых, распознать время, в которое мы живем. Во-вторых, для того, чтобы мы могли увидеть вот эти вот стрелы лукавого, если мы не видим угрозу, которая летит на нас, естественно, мы и щит подставлять не будем. Или наш щит, он будет неосновательный, как однажды сказал Михаил Петрович Куликов. Наша вера, в которой отсутствует истина об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, щит веры, превращается в пучок соломы. И тогда вот эти вот стрелы обольстителя пробивают насквозь и ранят нас. Очень опасная и очень коварная стрела обольстителя, которая похоже, внешне похоже на правду, но является заблуждением, это идея о том, что есть исповедание Иисуса, пришедшего во плоти. Сам по себе вот этот вот термин на первый взгляд кажется истиной, но на самом деле это высококачественная подделка. Ну, вот когда люди подделывают фальшивые купюры, то фальшивые купюры, они внешне похожи на настоящие. Так вот, перед вами вот эта вот цитата «Исповедание Иисуса, пришедшего во плоти» – это фальшивка, которая видит настолько, имеет такой вид, которая кажется настолько подлинной, что люди даже не обращают внимания на подвох. Потому что в этом моменте отсутствует одна немаловажная деталь – исповедовать нужно не Иисуса, пришедшего во плоти, а исповедовать нужно Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Потому что есть много проповедников, много тех, которые претендуют на то, что они служители Божии, и они видят в Иисусе Христе учителя, видят харизматичного проповедника, но при всем при этом они заявляют, что Христос не является Богом, что Он не был Богом и Он не был Мессией, хотя они разбирают Библию, в том числе и Новый Завет. Когда же мы обращаем наше внимание на истинное Слово Божие, сейчас я буду показывать вам моменты, которые будут выделены желтым цветом, с подчеркиванием, это правда. А другие моменты в Слове Божьем, которые будут выделены белым цветом, с подчеркиванием, это ложь. Чтобы мы могли провести такой сравнительный анализ. Ведь если этого не делать, то нужно тогда просто выкинуть и целые цитаты,
апостолов, которые показывают, где есть истина и где есть ложь, и вообще выкинуть все послание к евреям, потому что все послание к евреям строится на сопоставительном анализе, во что мы верим и что нужно оставить, что является истиной, что истиной не является. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который, обратите внимание, исповедует, опять ключевой момент, не просто Иисуса, а исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ключевое слово здесь стоит Христос. Даже ключевым моментом не является то, что Бог стал человеком, только лишь сам факт явления Бога в этот мир. Сегодня многие думают, что если на сегодняшний день проповедники учат, что у Бога была человеческая плоть, и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы определить, что перед нами истинный проповедник. Нужно читать эту мысль в контексте всего послания. Апостол Иоанн, он не просто говорит о том, что у Бога было тело человеческое. Он дает понять гораздо больше. Он дает понять, с какой целью Иисус Христос обрел это тело. Если об этом не говорить, то мы опять пользуемся высококачественной подделкой. Потому что на свете еще говорилось в 98 году, речь шла, я не знаю, сколько сейчас, но в 1998 году я слышал, что есть только около 50 тысяч одних только протестантских конфессий. И все они учат то, что Бог, ну не все, но большинство из них, учат то, что Бог стал человеком. Но все ли из них исповедуют, для чего Он стал человеком, то, что говорит апостол Иоанн в своем послании? А в своем послании апостол Иоанн, он показывает, что мы имеем Иисуса Христа, который есть ходатай, раз, а ходатай Нового Завета. Ходатай Нового Завета – это означает то, что все наше внимание направлено на цель его воплощения. То есть он принял на себя плоть и кровь для того, чтобы стала возможным смерть, чтобы умереть. Потому что если бы он бы не умер бы, мы бы не были спасены. Поэтому он ходатай Нового Завета. Раз, он праведник. Когда мы говорим о праведности, то праведность подразумевает оправдание, которое мы имеем во Христе Иисусе. Правда Божия, которой свидетельствовали законы пророки. Правда о смысловом значении искупительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. И самое главное, на что обращает внимание апостол Иоанн, он есть жертва умилостивления. Не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. То есть, когда речь заходит об исповедании Иисуса Христа, пришедшем во плоти, речь не ведется только о том, кем был Иисус. Не открывается только тайна Его личности, но открывается тайна Его служения, тайна Его предназначения, что эта личность совершила для нас. Открывается истина о том, что Христос пострадал за грехи наши на кресте, заплатил, решил вопрос нашей вечности. Именно для этого Он воспринял плоть. Затем Он был погребен, сошел в преисподнюю. Затем Он воскрес из мертвых, обрел ключи над адом и смертью, восторжествовав, победив смерть, которая не смогла удержать Его. Затем Он вознесся в небесные обители, воссел одесную Отца и послал Духа Святого. И самое главное, когда мы говорим, что значит исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это конечный результат Его служения, который мы имеем на сегодняшний день. Слово «плоть» не только может означать тело человеческое, но слово «плоть» означает «люди». И поэтому всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, означает пришедшего в людей, в нас. Вот в этом-то и есть суть тайны Божьего домостроительства. Вот это и есть исповедание истины. Это истина. Вот вам пример лжи.
А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то, что я выделил белым цветом, с подчеркиванием, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Есть два вида неисповедания истины Евангелия. Активное и пассивное. Активное неисповедание истины подразумевает, когда человек начинает ее опровергать. Говорит, что это не важно, что эта истина нужна на каком-то определенном этапе. Нам нужно акцентировать внимание на чем-либо другом. Сколько можно мусолить идею об искупительной жертве Господа Иисуса Христа? Сколько можно вообще рассматривать служение Иисуса? Уже пора строить с Ним отношения. По принципу Господь говорит, я его слушаю и выполняю. Это называется активное неисповедание Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Почему? Потому что только Господь, живущий в нас, может нас изменить. Павел, помните, что говорит Галатам? Не я уже живу, но живет во мне Христос, который разрушил на кресте то, что мы никогда не сможем созидать, хотя некоторые пытаются, ветхого человека, жизнь по закону, жизнь по заповедям, жизнь по отношениям, жизнь по морали, нравственности, по определенным разработанным механизмам, которые сегодня очень много в христианском мире. И поэтому не исповедовать это можно активно с этим бороться, опровергать эту истину о Христе распятом, а можно просто акцентировать внимание на чем-нибудь другом, вроде бы из Библии брать идеи, но просто-навсего пассивно не возвещать благую весть. И то, и другое является показателем того, что человек не исповедует, не провозглашает, не живет этой истиной, не ведет себя в соответствии с тем, как Господь дал себя вести каждому христианину, каждому рожденному свыше. Поэтому, когда мы говорим о Христе, пришедшем во плоти, это не просто факт наличия того, что у Бога было тело, а это факт наличия для чего Он воспринял это тело, чтобы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Один иудей сказал такую мысль, что он хочет поблагодарить наши, как он отозвался, дочерние компании, к которым относятся мусульмане и христиане. Я благодарю всех за то, что вы по всему миру распространили нашу еврейскую культуру. Вы рассказали про Авраама, про Моисея, всему миру. Мы бы без вас не справились. Мы говорим вам за это большое спасибо. А теперь на уровне Соломона мы можем предлагать новую религию всему миру. Ну, ту религию, которую он считает истинную, иудаизм. Так вот, к великому стыду и позору многих христиан, которые стали соучастниками вот этой вот религии Антихриста, которая упраздняет самое главное, самое важное, что есть на сегодняшний день в христианском мире. Это правду об Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Сегодня в христианской среде вместо того, чтобы поприветствовать друг друга стандартно, замечательными словами, Христос воскрес, воистину воскрес, которые отражают суть Евангелия, некоторые христиане кидаются шаломчиками иудейскими. А ведь, по сути дела, эти слова произносят те люди, которые не принимают Иисуса Христа, которые не уверовали в Иисуса Христа, или даже они говорят о Нем, но не раскрывают всю полноту Божьей благодати. Говоря о Божьей благодати, они не открывают то, что Иисус Христос есть Бог. Вот, например, есть такой проповедник Виктор Томев, может быть, кто-то его слышал. У него есть толковые мысли, он говорит о жертве Христа, об искуплении, о пролитии его крови, но при всем при этом он заявляет, что Иисус не был Богом. Это значит, что все, что он даже правильное говорил до этого, он перечеркнул одной вот этой вот фразой. Поэтому, если кто-то увлекается этим проповедником, будьте, пожалуйста, осторожны. Поэтому
Есть две тайны. Тайна Божьего домостроительства, она же тайна благочестия, о которой говорит апостол Павел, великое благочестие тайна. И есть тайна беззакония. Кульминация этих двух тайн состоится в одно и то же время, когда состоится День Господень. Когда произойдет восхищение верующих детей, тогда совершится кульминация тайны Божьего домостроительства, где апостол Павел говорит: «Говорю вам тайну». Не все мы умрем, но все изменимся. Эта же мысль звучит в 10 главе книги Откровения, стих 7. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, тогда совершится тайна Божия. Тогда, когда мы увидим Христа, когда мы увидим друг друга в нетленных телах, тогда, когда мы станем видеть невидимый мир, вот это вот Царство Божие, о котором мы говорим, которое мы не можем узреть нашими физическими глазами, но мы видим нашими духовными глазами. Именно в этот момент произойдет воцарение Господа Иисуса Христа на небе и воцарение Антихриста на земле. Потому что именно тогда откроется беззаконник. Именно тогда совершится вот эта вот тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел, что она в действии. А когда откроется беззаконник, то тогда люди увидят зверя без той дамы, которая восседает на нем и которая им управляет, которую, казалось бы, очень благородно и ярко показывает нам синодальный перевод, говоря о тайне Вавилон, великой блудницы, которая тоже названа тайна. Вы знаете, вот слово «блудница», «великая блудница» так звучит красиво и благородно в синодальном переводе, что люди, читая описание ее, не видят сути, не видят проблемы и опасности, которые она на сегодняшний день представляет, потому что видят только внешнюю ее сторону, не обращая внимания на ее внутреннее содержание. Более подробно о ней мы коснемся, когда будем разбирать 17, 18 и начало 19 главы книги Откровения. Сегодня мы касаемся ее настолько, насколько она имеет взаимосвязь всадником на белом коне. Так вот, эта блудница опоила все народы вином ее блудодеяния. Звучит так красиво, да? На картинке она выглядит симпатично. Но здесь я вспоминаю сюжет из фильма «20 лет, мушкетеры 20 лет спустя», когда палач, который обезглавил Миледи, говорил, что за ее красивой ангельской внешностью скрывался адский дух. Вот это как раз есть иллюстрация того, когда мы имеем дело с этой женой, которая сидит на звере, которая названа блудница. На самом деле, ей надо называть вещи своими именами. Она развратница, она распутница, она злыдня, которая внешне видит, выглядит привлекательно и показывает свое украшение, показывает золотую чашу. Внутри эта чаша наполнена мерзостями. Хотя люди их не видят. Почему? Потому что они обращают внимание на внешнюю сторону. Когда на сегодняшний день звучит проповедь, когда на сегодняшний день проповедуют проповедники, которые не раскрывают смысл искупительной жертвы Иисуса Христа, не говорят о сути Евангелия, они говорят о Ветхом Завете, они говорят о Боге, они рассматривают ветхозаветные истории, они могут разбираться во всех деталях, говорить о нравственности, о морали, об этике, о вежливости, о правильном поведении верующего человека. Все это апостол Павел назвал одним словом. Помните? Все это я почел за ссор. Вот слово «ссор» в синодальном переводе звучит тоже как-то так не совсем ясно, что за этим стоит. В буквальном смысле слово «ссор» означает «испражнение» или просто «фекальные воды». Так вот, понимаете, чем наполнена ее чаша? Она наполнена вот этими вот сточными водами. Хорошо, что синодальный перевод перевел слова апостола Петра таковыми, какие они есть на самом деле. Когда описывают то, чем питаются лжепророки и чем они питают других. Это блевотина. Так вот,
вот эти вот все сточные воды, вот это вот блевотина, вот эти вот нечистоты женские ежемесячные были собраны в этой золотой чаше. Откровение 17.4. Держа золотую чашу в руке своей, обратите внимание, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Отсюда идет и букет венерических заболеваний. Потому что идею блуда мы воспринимаем как в буквальном, так и в переносном смысле. На сегодняшний день есть проповедники, которые собирают огромную аудиторию людей. Люди, казалось бы, слушают Слово Божие, жертвуют деньги на это служение, затем эти проповедники устраивают сексуальные оргии. В буквальном смысле слова. Но коварство заключается не в том, что на сегодняшний день есть такое понятие, как буквальный блуд, от которого мы искуплены кровью Иисуса Христа. Да? Помните, апостол Павел говорит, что всякий грех, который делает человек вне тела, а блудник грешит против своего тела. Есть еще такое понятие, как духовный блуд. Поэтому блудница в перечне ее товаров есть тела, обратите внимание, и души человеческие. То есть она торгует и телами, и душами людьми. Есть проблема буквального греха, блуда, а есть проблема невидимая, которая более опасная, которая более страшная. Это когда человек начинает изменять Богу с заповедями, с историями Ветхого Завета, даже с заповедями апостолов, которые частично вырывают из контекста, не раскрывая то, что дает на сегодняшний день силу человеку для того, чтобы противостоять этому греху. В криминальных структурах человек, который предоставляет сексуальные услуги для продажи, называется сутенер. А если сутенер женщина, то на их сленге это звучит мамка. Так вот, Вавилон – великая блудница, это есть великая мамка, которая предоставляет как в буквальном смысле слова возможности для блуда, так и в духовном смысле слова. Откровение 17.5. Тайна Вавилон – великий мать блудницам и мерзостям земным. И вот этот вот призыв, который на сегодняшний день имеют верующие, во имя Господа Иисуса Христа, да, ведь это обращение к Божьему народу. «Выйди от нее, народ мой». Конечно, когда мы будем рассматривать 17, 18, 19 главы, там имеет отношение в буквальном смысле слова, что нужно покинуть какую-то конкретную территорию. О какой территории ведется речь, мы еще поговорим. Но прежде всего, «выйди из нее, народ мой», это имеется в виду тем братьям, те сестрам, которые попали под влияние вот этих вот лжеучений, вот этих вот стрел обольстителя, которые на сегодняшний день думают, что достаточно просто читать Библию, достаточно хорошо знать ветхозаветные истории, достаточно хорошо разбираться в историческом контексте книг. Вот это вот все без познания искупительной жертвы Господа Иисуса Христа является вот этой вот нечистотой блудодеяния. И выйти из нее, это значит покаяться. Покаяться не в смысле возрыдать слезами, а начать думать правильно. Привести образ мышления в положение того, чтобы мы имели правильное представление об искупительной жертве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вавилон, великая блудница, сделался, обратите внимание, жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Она направо и налево торгует и душами, и телами человеческими. Она обольщает как верующих, так и неверующих людей на сегодняшний день. И сделалась пристанищем бесов и всякому нечистому духу. И этот нечистый дух, дух обольщения, который выдает себя за Духа Божьего, точно так же, как Вавилон, великая блудница, выглядит красиво и благородно,
он просто-навсего своими стрелами вводит в этот разврат, о котором говорит Иуда и о котором говорит апостол Петр. Послание Иуды, 1 глава, стих 4, где говорится о нечестивых, лукавых делателях, которые обращают благодать в распутство, в прелюбодеяние. Прежде всего, речь ведется о духовном прелюбодеянии, о неверном представлении о Боге, которое исключает смысл искупительной жертвы Иисуса. Почему апостол Павел и говорил, что «я рассудил проповедовать так, чтобы не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Он рассудил проповедовать так, чтобы жертва Иисуса Христа не была упразднена. Всякое упразднение искупительной жертвы Господа Иисуса Христа апостол Павел почел за тщету, за ссор, за то, что является вот этими нечистотными водами. То, что выдается благородно в виде вина, звучит, да, красиво. А на самом деле вот эта вот мерзость. Я надеюсь, мне удалось вызвать у вас отвращение. Теперь нужно это отвращение направить в нужное русло. По отношению к тем проповедям, которые мы слышим, в которых отсутствует смысл искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, но присутствует Слово Божие. Но ведь Слово Божие – это только внешняя сторона золотой чаши, а отсутствие истины Евангелия – это внутреннее ее содержание. Апостол Петр во втором послании говорит, лжеучители введут пагубные ереси, смотрите, и отвергаясь, что искупившего их Господа, и многие последуют чему? Их разврату. Через них путь истины будет в поношение. Они будут отвергать смысл искупительной жертвы, и в этом-то заключается прежде всего распутство и разврат, который имеет отношение к образу мышления человека прежде всего. Во-первых. Во-вторых, это касается также и буквальным моментом. В послании к евреям, 10 глава, вообще серьезно говорится, что в сравнении с наказанием, которое терпели люди во времена Ветхого Завета за нарушение отношений с законом, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освященный Духа благодати оскорбляет. То есть, смотрите, попрание, если попрание Сына Божия может выглядеть в активной фазе, то непочтение за святыню крови завета может выглядеть в пассивной фазе. Человек вроде бы проповедует Слово Божие, вроде бы говорит об Иисусе Христе, вроде бы рассматривает личность Иисуса Христа, но не дает силы. На сегодняшний день, к сожалению, для многих проповедников, у многих проповедников фраза «во имя Иисуса Христа» звучит ради вежливости, ради этикета, ради приличия, в которой нет смыслового разъяснения значения силы Божией, о которой сегодня Господь напоминал в первой проповеди, и о которой сегодня напоминаю вам я. Я сегодня обращаю внимание на то, что смысл искупительной жертвы для нас заключается в том, что она дала нам потенциал для распознания правды от неправды и для того, чтобы мы могли противостоять всем этим козням дьявольским, облечься во всеоружие. Во всех доспехах важно наличие присутствия истины о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, потому что апостол Иоанн говорит, кто лжец? Если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Обратите внимание, что сегодня, когда пытаются брать первое послание Иоанна и берут в критерии, причем неверно его истолковывают, пришедшего во плоти. Кто-то успокаивается наличием факта, что у Иисуса Христа была просто плоть человеческая, что у Иисуса была просто плоть человеческая, но отвергают истину о том, что Он был Бог и Мессия. Другие же соглашаются с тем, что это пришел Бог на землю, но они не говорят, для чего Он пришел. Вот в этом-то и заключается отвержение Иисуса Христа, потому что Слово Христос, оно неразрывно связано со всеми именами и титулами, которые связаны с личностью Сына Божьего, которые открывают Его прежде всего как Сына Человеческого, а Сын Человеческий – это не в смысле то, что Он человек, потому что в понимании иудеев Сын Человеческий – это тот, который был равен Богу, тот, который воссел рядом с Отцом Небесным светлыми днями. Помните, когда Христос сказал, что отныне Сын Человеческий воссядет одесную Сына Силы Божией. Именно за это Его приговорили к смерти.
за то, что он сделал себя Богом, и по этой причине должен умереть. Поэтому Каиафа раздирает на себе одежды, потому что, услышав фразу «Сын человеческий» в том контексте, в котором была эта фраза произнесена Иисусом Христом, это означало, что Христос назвал себя Богом. И он говорит: «Так ты что, Сын Божий?» Христос говорит: «Да, да, так и есть». Какие же еще нам нужны свидетели? Так вот, лжецом Иоанн называет человека, кто отвергает Иисуса Христа, называет его антихристом. Мы еще будем говорить об антихристе, который явится в конце последнего времени в виде зверя, когда откроется тайна беззакония. Но в наше время апостол Иоанн говорит, что появилось много антихристов. Тайна беззакония в действии. И дай Бог нам противостоять истинной Евангелия, остаться верными нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, оставаясь в Его руке, ценя то искупление, возвещая правду о Нем, прославляя Его имя. Ему честь, хвала, слава, поклонение во веки вечные да пребудет. Аминь. Аминь. Будем молиться. Отец наш Небесный, во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, благодарение и слава Тебе за то, что Ты дал нам откровение о познании Сына Твоего, который пришел в этот мир, который открыл нам имя Твое Божие, который показал праведность, о которой свидетельствовали законы пророки, который претерпел страдания, который воскрес из мертвых и исполнил те слова, которые Он говорил иудеям: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», который сейчас сидит одесную Тебя и который живет в нас, и который напоминает нам о том, что наступит момент кульминации тайны Божьего домостроительства, когда мы увидим духовный мир, увидим тех, кто нам дороги, и увидим Тебя таким, каков Ты есть. Благослови, чтобы мы сохранили эту истину до момента пришествия Твоего. Потому что именно эта истина дала нам потенциал для праведной и богоугодной жизни. Только ей мы можем победить любой грех, любое беззаконие, любое нечестие. Тебе честь, хвала, слава, поклонение во веки вечные. Аминь. Аминь.